Доброго дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Вміти адаптуватися до будь-яких обставин та швидко реагувати на будь-які зміни – це саме та якість, яка нам усім з вами зараз необхідна. Як же зробити так, аби ми нічого не боялися, аби знали, що робити у будь-якій ситуації? Саме з цим питанням ми звернулись до психологині, психотерапевтки Олени Шилової. Доброго дня, пані Олено. Насправді зараз усіх охопив такий страх невідомості. Це тоді, коли ми усі не знаємо, що буде далі, як боротися з собою в першу чергу і з усім світом, який нас оточує. Тож, насправді, як розрізнити, що це той страх, який є у вас, що з ним робити і чи варто взагалі з ним, можливо, боротися? Ну, давайте по порядку. Вообще, честно говоря, не первый вирус уже в нашей истории, правда? И, будем надеяться, последний, но точно не первый. И каждый раз, когда что-то происходило, но точно не было такого масштаба. Сейчас вот этот маленький вирус, маленький такой там с коронкой, мы знаем, да, с протуберанцами, он действительно в страхе держит весь, прям действительно всю планету. И иногда это вот мне напоминает, помните сказку Корнея Чуковского про тараканище, да? Таракан, таракан, тараканище, вроде такой маленький, но только все вокруг в страхе, все поддались панике, вот, и живут в этой панике. Но понятно, что когда мы боимся, то у нас три реакции. Первая реакция – это «замри». То есть мы замираем. Люди сейчас замерли, ничего не делают, естественно, отказались от всяких активностей, которые были, ну и в связи с тем, что это невозможно сейчас делать, да, ну и в связи вообще со своими, вот замерли и ждут. Вторая реакция – это «беги». Когда мы боимся, мы убегаем. Вот как сейчас убегают? Убегают, шарахаются от людей, убегают в дом, сидят закрыты. И просто вот действительно убегают и забиваются в уголок в свою квартиру. Третья реакция – это бей. То есть это агрессивная такая реакция. И сейчас многие возмущаются про то, что вы там ходите без масок. Про тех, кто чихнул, ругаются. Или еще прям вот агрессивно себя ведут. И ну понятно почему. Потому что страшно. Мы, ну, всегда, когда есть страх, то понятно, что вот в этих трех реакциях нужно с этим что-то делать. Понимать, во-первых, про то, что с нами происходит, с этим что-то делать. Но каждый раз в ситуации паники возникает вот эта вот неопределенность, непонятно, что происходит, и куча противоречий. Ну, мы сейчас видим про эти двойные стандарты, и поэтому возникает вопрос, действительно ли настолько все, настолько ли нужно паниковать и настолько ли страшно. Да, мы же с вами вот сейчас, например, сидим в студии, правда? Да, все добре, нібито дивишся, сонце світить. Пташки співають, квіти цвітуть. Тобто весна та сама. Але стан зовсім інший. Ти дивишся на цю природу іншими очима. Да, другими глазами. І при этом, конечно, в нас поселилась тревога. Что же с этим делать? Ну, во-первых, всегда помните у нас, что такое страх. Это тогда, когда есть какой-то внешний стимул или внутренний. Что значит внешний? Вот мы с вами сидим, например, сейчас, если что-то где-то громко там, или закричит кто-то еще, мы с вами испугаемся и повернемся. Это внешний стимул. Наш мозг реагирует на внешний стимул. Или мы ударили себя по пальцу, и тогда у нас возникает боль, и нам страшно, что да что же будет дальше. Или же мы сидим себе с вами спокойно и представляем себе, что на нас сейчас с вами что-нибудь тут свалит. Вот просто представляемся, воображаем. То есть в нашем воображении это есть. Но этого же нет в реальности, правда? Ну так, нема ничего такого. Нет, ничего такого. Мы с вами просто сидим, мы с вами просто говорим, и на данный момент ничего не происходит. Спокій, тиша, все добре. Правда? И мы с вами просто разговариваем. И мы сейчас с вами вот именно на этом примере и будем разбирать, что можно делать тогда, когда нам очень страшно и тревожно. Потому что каждый из нас сейчас может себе придумать, что будет сейчас происходить. Вообще, вот тревожность и страх неопределенности, он похож на темную комнату. Когда мы открываем комнату, и каждый из нас не знает. Вот что вы думаете, что будет в этой комнате? Ну, мені хочеться, щоб там щось таке було добре, ну, приємне, але ж, ні, та хочеться, але насправді я не знаю, боюсь і можу собі уявити все, що завгодно, так? Тому навіть тут не смисл, що кожен із нас відповідає, а правда, то, что мы ответим, будет зависеть от наших представлений, воспоминаний, от нашей памяти, нашего восприятия, что было раньше. Поэтому, когда мы говорим, что страх неопределенности, и мы не знаем, что делать в неопределенности, на самом деле мы боимся того, что уже когда-то было. Мы предполагаем не самый хороший результат. Потому что, открыв комнату, мы же можем подумать, что там день рождения, кто-то сюрприз приготовил, и сейчас будет весело, шумно и радостно. А якщо ні? Людина ж повинна себе підготувати до найгіршого. Вот видите, как многие рассуждают, что я хочу подготовиться до наигрышего. И что происходит? Когда мы готовимся к наигрышему, получается, мы дважды проживаем внутренне это наигрыше. Значит, мы пока сейчас с вами живем, готовимся к худшему, не радуемся жизни, сосредоточенно думаем, это, то, десятое, пятое, а если то, а если то. Мы живем в страхе и тревоге. Потом вдруг наступает будущее, да? Месяц прошел, наступает будущее, май месяц. А вдруг не наступить? А все добре, так? Да? Кажуть, не кладіть на чорний день, бо чорний день же буде. А мы отравили уже себе это время, которое здесь и сейчас. Поэтому, когда мы думаем, что, боже, там, я подготовлюсь как-то на будущее, ну, практически подготовиться там и обезопасить, сейчас расскажу, как можно, да, что можно рационально сделать, такое разумное, чтобы не жить в постоянной вот тревоге и в постоянном, ну, в таком страхе. Вот. А вообще, вот, да, вы спрашивали, да, как разрезны-то, да, адекватный страх, неадекватный страх, то, вы знаете, можно даже просто сделать так. Наблюдайте за собой. На данный момент жизни понятно, что сейчас не просто всем и правда все в страхе и тревоге. Это нормально. Ну, нормальное состояние в ненормальной ситуации, в которой мы оказались. Не та, которая всегда была. Правда, это же не норма, то, что происходит. Поэтому... Что значит, вот, когда неадекватный страх? Это тогда, когда ваша тревога начинает уже зашкаливать, когда ее слишком много в вашей жизни. Когда вы понимаете, во-первых, сразу понаблюдайте за собой, за вашим сном. Если у вас... Зараз багато хто погано спить, болить голова. Вот, да, переживают, болит голова, и это тоже влияет, и это паника нарастает, тревога нарастает, и действительно на данный момент нужно за собой наблюдать. Если вы вообще не высыпаетесь, бывает же так, что не высыпаюсь, потом какие-то там 3 дня отоспался, да, хорошо спал. А если прям вы реально понимаете, что вы не высыпаетесь, вы понимаете, что у вас накопилась усталость, и плюс еще вот это вот нежелание делать ничего, вот жизненное, как, знаете, когда мы что-то делаем, у нас такая жизненная активность есть, и жизненная, мы прикладываем усилия к чему-то. Так вот, хочется робити. Сейчас, да, сейчас хочется робити, наверное, со словом хочется, сложно хочется, да, а вот просто усилий жизненных не хватает. Вы понимаете, что вам не хватает жизненных усилий. Вы понимаете, что страх и тревога занимают практически 24 часа в сутки. И вы понимаете, что если вы пробуете, сели, пробуете расслабиться, и у вас не получается, я сейчас расскажу, что делать, да, вот если вы, делая это, у вас не получается, тогда это уже сигнал такой тревожный, я считаю, что нужно обращаться к специалистам, пока не поздно, обращайтесь, проговаривайте что-то, занимайтесь, то есть, но точно самотужки уже ви вряд ли. Пані Олено, а скажіть, будь ласка, справді зараз багато хто звертається, більше стало звернень з такими проблемами, чи ні? Що зараз? Ні, не більше, люди замерли, не більше, люди з обичними вопросами, вот я як працювала, так і працюю, количество клієнтів такое же є, і люди, кстати, вот я хочу сказать, что чем хорошо работать над собой, потому что среди моих клиентов очень малый процент, кто действительно даже чуть-чуть паникует. Или просто, например, перистолезия, сказали, перенесем на после карантина, но это очень малый процент. Почему? Потому что люди знают себя, понимают себя, знают, что они могут справиться с любой ситуацией, какая бы ни была. Они знают свои сильные стороны, они более уверены в себе, поэтому... Ну, понятно, что я сейчас хвалю свою профессию, естественно, люблю свою профессию, да, и сейчас очень многие самостоятельно занимаются саморазвитием и изучением себя, и это сейчас очень здорово, очень здорово помогает, потому что люди понимают, что бы ни было, вот с чего вы сегодня начали, да, что бы ни было, я знаю, что я адаптируюсь, я знаю, что я приспособлюсь, так, правда? Так, так. И я знаю свои сильные стороны. Вот это здорово сейчас на данный момент, поэтому пока нет таких прямо вот обращений, что прям только с этим обращаются, хотя я знаю, что у коллег моих точно є, люди обращаються, але не в такому кількості. Ну тоді так, якщо вже ви знаєте, якщо з цим робити, хочеться перейти до практичних порад, можливо, рекомендацій, що треба зробити і як конкретно подивитися на цю ситуацію з іншого боку, так? Що для себе, можливо, в першу чергу з'ясувати, так? Потім далі розібратися, що з вами відбувається на сьогоднішній момент, на даний момент, ну і потім в майбутньому, щоб не було потім ніяких ситуацій поганих з вами, то ви тоді вже повинні все це знати, розуміти і все. Вам не доведеться звертатися до фахівців. Да, но смотрите, что будет в будущем, мы сейчас не можем сказать. Мы можем говорить о том, что происходит сейчас и что мы можем сделать сейчас. Значит, вы себя знаете, ну, надеюсь, да, каждый из нас себя знает. Ну, більш-менш, да, вот. И знает и понимает себя. И понимает, что сейчас я понимаю, что я захожу в большую панику. Так вот, если паника у вас нарастает, и прям нарастает как? Себя переключает. переключить, ведь все, многие рекомендуют, переключите себя, займитесь чем-то. Да, это можно сделать, сейчас тоже расскажу как, но первое, что мы делаем, мы обращаем внимание на тело наше. Что мы, вот в данном случае, что можно порекомендовать? Если вы понимаете, что вы не можете, уже третий день у вас вертится эта мысль, вы понимаете, что вы не спите, вам плохо, четвертый там день, да, у вас нарастает эта паника, что делаем? Первое, вы сначала, когда поняли, что-то со мной не так, приняли это, что-то со мной не так. Второе, вы идете и делаете какое-то действие, самое обычное, но только переключаетесь на это действие и начинаете что-то делать. Там, например, не знаю, посуду помыли, еще чего-то, но только когда вы делаете это действие, про него думаете, да, что я пеку пирог, а не мыслю это. Вы сделали это действие. Третье, вы садитесь и задаете себе вопрос, что со мной? Что у меня за напряжение сейчас? Есть ли этому причина? И задаете себе вопрос, да, этому есть причина. Она сейчас реально, это сейчас со мной происходит? Там, я, например, боюсь потерять работу. Я уже ее потеряла? Нет, я ее не потеряла. Тогда мы что? Мы прекращаем про это думать. Прекращаем про это думать, и мы начинаем заниматься чем? Тем, что, например, давно не делали, еще тем, что хотели сделать. Кто-то там список литературы себе, книжек любимых, да, напридумывал. Переключайтесь. Если вы пишете, что да, это уже реально произошло, и мне там через неделю уже, мне отзвонились и сказали, что там, ну что-то происходит, если страх этот реально, если что реально происходит, тогда мы выписываем, что можно с этим сделать. Уже реально, когда что-то происходит в реальности, то это уже задача. Все задачи каждый из нас всегда решает. Ну так, звичайно, звичайно. И в этот момент важно понимать, что мне помогает, что внутри меня. Задайте себе вопрос, как я обычно справляюсь с проблемами, что я делаю? Кто-то мне вот отвечает, я села, подумала, поразмышляла, накидала на бумажки и начинаю это делать. Что еще со страхом можно сделать? Я понимаю, что у меня есть какие-то страхи, вот я сел, и я начинаю писать. Вот это. Вот у меня с одной стороны написаны страхи, со второй стороны у меня написано, что с этим можно сделать. До абсурда. Вот самое-самое страшное напишите. Посмотрите вы в глаза этим страхам, потому что уникати тривоги не самый лучший варіант. А знаєте, кажуть, от, якщо ви боїтесь щось втратити, ви втратьте і більше не бійтесь. Ну, втратьте, да, или, знаете, как говорят, самураи говорят, если боюсь смерти, я умру заранее. Если я боюсь втраты, то я могу сесть и представить, когда я это втрачу. Вот садитесь, и, да, бывает иногда прям очень страшно, но вы садитесь и пишите, да, почему говорю пишите? Пишите, помогайте себе, потому что вот здорово, когда выписываешь свои чувства в этот период, когда пишешь. Написали, что я это потерял, и что тогда? И вы тогда садитесь и видите, что, ага, и что тогда я буду делать? И вы задаете себе этот вопрос и понимаете, что можно и то есть варианты всегда находятся. Никаких безвыходных ситуаций в этой жизни нет, их там одна. Когда мы умерли или кто-то умер, все остальные ситуации, они решаемы, все можно сделать, со всем можно справиться, и это правда. Следующее. Что еще с тревогой мы можем делать? Вот смотрите, классное упражнение. Вот мы с вами, например, придумали, да, что здесь сейчас вот затревожились, боже, сейчас упадет этот фонарь. Да, страшное все. Я за вас боюсь, просто там для вас. На меня, да? Вот, если, что я делаю? Я понимаю, что я не могу с этим справиться. Что я делаю? Я сажусь, я обращаюсь к своим 5 анализаторам. Есть такое упражнение 5, 4, 3, 2, 1. Вот давайте. 5 предметов, которые мы с вами сейчас видим. 5. Так, значит, у нас есть стіл, у нас есть келих, у нас есть диван, так, есть шторы, есть микрофоны, так, 5 живо. 5 есть. Теперь смотрите, когда вы это называете, вы можете еще характеристику дать. Есть стол, он стеклянный, есть бокал, он с прозорой. Добавляйте, потому что мы очень хорошо переключаемся. Следующее, 4, это то, что мы слышим. Какие мы звуки с вами слышим? Ми 4 звуки. Звуки, так, які в нас? Друг друга. Один одного чуємо, так, ну я ще чую. Так, так. Ну ще якісь звуки, які навколо, так, є. Ну більше тиші, мабуть. Ну, 4. Да, і вроді як слышим тише. Это 4, то, что слышим. Третье, это то, что мы ощущаем. И когда мы ощущаем, вам нужно прикоснуться. Моя, вот прикасаюсь к руке. Какая рука? Холодная, теплая. Прикасаюсь к коже. Ой, мягенькая, нежная такая, да, у нас. И что еще? Можем потрогать там, например, волосы какие-то. Можно папирчик. Папир, 3, то, что мы именно чувствуем, прикосновение. 2, это еще двойка у нас, то, что мы нюхаем, можем услышать запах, слышать свои духи, да. Вот. И одно, это то, что какой привкус во рту у нас. Вот я пила кофе, ну и вкус, какой вкус сейчас, да, вот у нас. Итак, 5, 4, 3, 2, 1, мы возвращаем себя к себе. Вот смотрите, мы пока с вами это делали, ну точно мы не думаем про то, правда? Совсем, мы переключились. Не страшно. Да, мы переключились с вами, и мы сидим и можем продолжать дальше. Это тогда, когда у людей прям действительно вот паника очень сильно начинается. Переключили себя. Следующее, обязательно осваивайте сейчас все дыхательные упражнения, которые есть. Вот мы с вами перед эфиром пытались, да, дышать, потому что вдох-выдох, вдох-выдох длиннее, чем вдох, разные есть упражнения, в йоге есть пранаямы, то есть осваивайте все, что связано с дыханием. А сколько треба секунд вдыхать и выдыхать? Смотрите, ничего не работает меньше 4 минут. Ничего не работает. Поэтому вот это, когда мне говорят, что не работает вся ваша, все ваши техники, пробуйте, действительно, не верьте, просто пробуйте. Сейчас про то, что вот говорим, да, можете делать там в течение 2 недель, посмотрите, что из этого получится. То минимум 4 минутки, в любом случае. Тобто ми так вдихаємо повільніше. Да, выдыхаем сильно, еще сильнее. Вдох тоже, делаем вдох легкими, вдох. Да, дышим. Вот. Выдыхаем. И мы думаем про дыхание. Мы про дыхание думаем в этот момент. Так, и про легкие. Как нам? Якщо ми напружуємо ось все, і прес навіть, якщо напружуємо, то взагалі стає потім легко. Так, легше стає. Правильно, легче, потому что вот через тело. Итак, мы с вами дышим, потом еще одни упражнения есть, это на релаксацию, это тогда, когда мы мышцы что-то напрягли, расслабили. Вот мы сейчас с вами промониторьте, у вас ноги расслаблены, спина расслаблена, да, там челюсть расслаблена, мы с вами расслаблены. А упражнение делается следующим образом. Подышали, вот сделали дыхательное, следующее, вы напрягли руку, напрягли, там 2 руки, да, ну, напрягли. Расслабляйте. И так каждую часть тела. Напрягли, ноги напрягайте очень сильно и расслабляйте. И тоже минутки 4 поделайте это. Вы чуть-чуть переключитесь, затем, когда телом вы себе помогли, уже можно приступать к рациональной части. И вы садитесь, это еще одно упражнение, которое я рассказываю, да? Вы садитесь и пишите себе, начинайте диалог с собой. Что со мной происходит? То есть вот тоже, как мы до этого рассказывали. Спочатку заспокоїтись, так, зовнішньо і внутрішньо, і тільки потім починати думати. Да, потому что у нас страх, он вообще призван в нашей в нашем мозгу для того, чтобы отключить всю логику и действовать, потому что страх очень полезный. Вообще-то, честно говоря, для того, чтобы выжить, полезны негативные чувства, а не позитивные в процессе. Я, до речі, якраз хотіла запитати вас, а чи може бути навпаки, той страх, який зараз переживають люди, чи може він навпаки стимулювати людину до таких от активних дій, те, чого ніколи не робили? Може з'являться якісь творчі, там, не знаю, якісь здібності в людини, ну, щось може бути? Ну, це може, тому що дуже часто, дійсно, мотивація, коли ми боїмося чогось, да, то ми, правда, більше двигаємося вперед, тому що вот некоторые, ви знаєте, кучу історій, коли, наприклад, там, люди, які жили не дуже радостно в дитинстві, вони не бояться вернутися туди, і вони дуже устремлені вперед, вони йдуть, лише страх про те, щоб не вернутися, толкає їх вперед. Зараз цей страх, который есть, он действительно может толкнуть людей на моменты, которые они никогда не делали. И еще, нам игнорировать с вами страх и тревогу не надо, потому что это, наоборот, хуже срабатывает. И здорово сейчас действительно что-то делать, потому что, когда мы делаем, страх действительно чуть уменьшается. Вот машина, которая едет по серпантину, волнуется больше водитель, не водитель, а пассажир. Водитель спокоен, потому что он рулит. И тогда, когда мы что-то делаем, мы действительно, нам легче, чем когда мы что-то не делаем. Когда мы вот в замри ничего совершенно не делаем, не предпринимаем, да, вообще совершенно, даже в жизни, даже ежедневно. Что можно делать ежедневно? Это вот переключаясь, да, к тому, что же все-таки делать. Успокоились, подышали, поговорили с собой, написали. Если вы выводите и понимаете, что ну ничего еще не произошло, я понимаю, что здесь и сейчас, что происходит, вот что, мы с вами сидим здесь, все нормально, мы с вами продолжаем работать, все хорошо, чем мы будем думать про то, что будет потом. Будущего еще нет, прошлого уже нет, есть только настоящее. Самая классная и замечательная рекомендация – это жить здесь и сейчас. Умейте это делать, учитесь, возвращайте себя здесь и сейчас, спрашивайте у себя сейчас. Происходит сейчас что-то? Ну, вот то, что я сейчас придумал. Нет. Возвращаем себя из фантазии в реальность. Вот как мы с вами, 5, 4, 3, 2, 1. Я же в реальности, сейчас что? Ребенок на кухне, да, там муж там, мусор понес, все сейчас, да, кто вынесет, кто выйдет на улицу, сейчас все вот, ругаются между собой. Вот, возвращаю себя в здесь и сейчас. Вот я вернулся в здесь и сейчас, окей, что тогда можно делать? Мне же тревожно. Тревогу свою мы признаем. Мы понимаем, что ситуация нестандартная, нам тревожно, я ее признаю, вижу, и я ее уважаю, я ее проживаю, свой страх. Потому что тревога – это про будущее, да, страх – это про сейчас. Мне сейчас страшно, мне сейчас там неприятно про что-то, да, больно, обидно, что я не могу что-то себе позволить, я правда могу про это позлиться, но я понимаю, я говорю себе, я тревожусь, я это знаю, я могу это себе прожить, но вот я даю себе вот такое время. Вообще классно такое тоже, одна из рекомендаций про тревогу, что мы тревогу откладываем на определенное время. Вот вы с утра начали день, обязательно свой день сейчас планируйте. Что бы ни было, что вы приготовите, в какое время вы сьогодні зробите, планируйте, помогайте себе, от, ну, щоб вам було проще. Насправді, коли ми все це зробимо, скільки сьогодні рекомендацій прозвучало, я не знаю, навіть якщо будемо от робити трошки хоча б, ось да. Ті 5, от, теж, мені здається, що настільки вони активні, да. Вони повернуть людину в той стан, який є з нею да. Зараз. Да. Вона не буде фантазувати про щось там да. Невідоме і, можливо, ще і гірше, ніж те, що з нею зараз відбувається, що могло би бути, так? Тобто ми насправді повертаємось до себе, ми себе відчуваємо, знаємо, і вже в майбутньому у нас буде все добре. Ну що, я вам дуже дякую, пані Олено, насправді багато всього вдалося сьогодні розповісти, і я думаю, що ті глядачі, які нас дивилися, обов'язково собі занотують, подивляться на нас, запишуть собі, будуть повторювати і зроблять усе, аби справді адаптуватися в цьому світі завжди, в будь-якій ситуації, щоб з нами не відбувалося. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії, ну а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.